Это всем известный, знаменитый основатель висцеральной практики, висцеральной терапии Александр Агулов. Ну, вы, наверное, все его знаете, а кто не знаете, вот я рекомендую. Совместно с Хасай Магомедовичем. Слушай, столько вы работы сделали совместно, мы же друзья 30 лет, даже вспомнить тяжело сколько лет. А я всегда говорю, что старая дружба – это никаким дождем печать, которая не смывается. А сейчас мы выдадим такой материал в видео скоро, так что вы ждите. Такой материал потрясающий. О, да, Саша, да пока не будем говорить, да? Зачем? Интрига главная. Интрига главная, да. Вот увидите. Давайте.